Нанобомба с лазерным наведением убивает раковые клетки. Американские ученые придумали для доставки РНК в клетки рака нанооболочку, которая взрывается, преодолевая ловушки. Профессор Хиси Амин из Университета штата Огайо работает над созданием новой технологии лечения рака. Наночастицы при воздействии на них ближнего лазерного излучения 1 см набухают благодаря пикарбонату аммония, увеличиваясь в объеме в 3 раза, и лопаются. Такие нанобомбы способны преодолеть биобарьер в раковых клетках и доставить РНК, который изменяет экспрессию генов. В результате раковые клетки погибают. Без наноупаковки РНК никак не доставить к мишени. В кровотоке она просто разрушается. Другая проблема, которая позволяет решать эффект взрыва, заключена в том, что раковые клетки хитро складируют лекарственные частицы в отдельных эндосомах, нейтрализуя их таким образом. Разбухая и лопаясь, нанобомбы гарантированно разрушают эндосомы. Новая технология была успешно опробирована на клетках рака простаты и на лабораторных животных. Для нас главная задача – это преодоление барьеров эндосом, и мы верим, что справимся с этой проблемой и доведем до конца эту новую разработку, сказал руководитель исследовательской группы Хиси Амин. На этом все. Следите за последними новостями в области медицины на канале «Доктор Орлов».